Так открыли первый в Донецкой области центр поддержки предпринимательства. Здесь будут помогать начинающим бизнесменам. В отделении работают 4 менеджера. Они не только расскажут, какие бумаги нужны для открытия своего дела, но и помогут предпринимателям с составлением бизнес-плана. Также в центре будут проводиться тренинги и мастер-классы. Отсутствует, конечно, у нас достаточно информационная поддержка в области консультаций, особенно, например, в области налогового законодательства, в области патентного законодательства. Мы тоже здесь готовы оказывать свое содействие. Будем подходить к каждому предпринимателю, то есть как бы мы ждем, начиная с сегодняшнего дня, всех предпринимателей, то есть как бы и индивидуально с каждым будем заниматься в зависимости от сложности вопроса. Сегодня в центре были уже первые клиенты. Пришли студенты, которые после окончания вуза хотят заниматься бизнесом. Сам продукт, который мы предлагаем, это, по сути, платформа, которая может автоматически выдавать веб-сайты. Причем уровня, то есть, ну, вы сами понимаете, веб-сайты бывают разных уровней. Уровня не за 3, 5, 7 тысяч гривен, не 1000 долларов, а уровня 30-40 тысяч гривен. В Донецкой области 80% товаров импортные, рассказал Александр Лукьянченко. Такие центры должны помочь развиваться отечественному производителю и способствовать созданию новых рабочих мест. Кто создает тот или иной, организацию, он рассчитывает на результат, на то, что в городе Донецке появится больше предпринимателей, больше малых и средних предприятий, которые будут производить продукцию, необходимую населению города. Обратиться в центр за помощью сможет каждый желающий. Консультации здесь проводят бесплатно. Ростислав Сысоев, Сергей Оганесян, Георгий Жилищ, «Панорама».